Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Так, а как бы зонт идет? Ты не хочешь раскрыть зонтик? Я могу к камню опять к тому сходить, интересно? Давай-ка прогуляемся. Для чего вообще нужен этот камень? Прикоснуться. Что он дает? Не ясно. Карпы плавают. Вообще, конечно, интересное место. Я бы сказал, оно какое-то странно умиротворяющее. Ну, привет. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Прагматично. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Ты что-нибудь выяснил? Дневник. Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. А еще? Так, знаки на стенах. На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Спасение. Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Интересно, кто она такая? Ну, типа, понятно, что она там глава этой всей, видимо, какой-то корпорации Киберлайф, но все-таки. Она какая-то мутная. Хэнк, друг. Увидеться с лейтенантом Андерсоном. Так. Что тут у нас? Что ты там делаешь? Ну-ка, сейчас подсмотрю. Ты что, собака? А, точно, собака. А здесь? Здесь вообще ничего не видно.
в машине никого. Лейтенант Андерсон! Ох, чувствую, не откроет он мне. Проберитесь внутрь, ну, я так и думал. Так, тут можно было вроде пойти. Только не говорите, что что-то плохое случилось. Ну, конечно, Хэнк потерял сознание. Что делать? Лейтенант Андерсон! Разбить, давайте. Угу. Войти. Тихо. Ой. Сумо. А, точно, он же знает, как его зовут. Сумо. Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Ладно, хороший Сумо. Хороший песик. Выясни, что с Хэнком. А, да все, я... Не, ну крови нет. Как бы бутылка намекает. Да, бутылка. Ты же намекаешь? Black Lamb, шотландский виски, концентрация алкоголя 40%. Револьвер Magnum, остался один патрон. Интересно. Сердце, легкая аритмия, травм не обнаружено. Следы алкоголя, шотландские виски, концентрация алкоголя 40%. Лейтенант! Эй, очнитесь! Это я, Конор! Чисто по щам. Помочь подняться. Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Блин, прикольно. Заранее благодарю за сотрудничество. Завали ты нахер отсюда! Синька чмо. Отвезти Хэнка в ванную. Сумо? Пас? Сумо, пас. А где ванная? Здесь где-то? Куда нам? В какую дверь? А, ну он сам его подтащил. Все, я сейчас сблю. Иди сюда. Да отстань от меня. Алкашня. Вот. Никуда я с тобой не пойду. Подтянуть. Ты что затеял-то, а? О, нет, нет, нет. Я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Нажать. Это ради вашего блага. Давай, холодный душ. Открыть. Оп. Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Рационально. К сожалению, не могу. Я запрограммирован расследовать дело, и для этого нужны вы. Да насрать мне на твое гребанное дело. Лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Нет, да давай уйдем, что дразнить? Я понял. Искренне надеюсь, что вы разберетесь с личными проблемами. Что там известно про это убийство? В секс-клубе в центре города убили клиента. Предполагают, что может быть замешан андроид. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Пойдем посмотрим. Что хотите надеть?
Да похрен. Хиппи полосатая в разводах. Давай в разводах, не знаю. Даже не знаю. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Фу. Так, узнать больше о Хэнке. Ну пойдем посмотрим, что тут у него. Перед конгрессом президент Клорен озвучила предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска. Так. Ответ. Но явно имеет место эскалация. Хэнк любит джаз. Будем знать. Многие эксперты заговорили. Че еще? Че тут? Третьей мировой войны, который подступает все ближе. Просить. Что вы делали с пистолетом? Играл в рулетку. Считаешь, Хэнка посещают мысли о самоубийстве? Не досчитал я, короче, отрубился. Повезло. Следующий был бы смертельный. Жесть, конечно. Тут у нас что? Ну не туда ты идешь. Посмотреть. Ребенок. Погибший. Кол Андерсон. Хэнк потерял сына. Ясно, будем знать. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго. Так, ладно. Шестое ноября 2038 года. 8:01 вечера. Это глупо. Если поймают, нам конец. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Пойдем. Нельзя им показываться. Мы прям как на спецзадании. Нас не слышно? Это было странно. Забавный баг. Киберлайф. Очень забавный баг, я вам скажу.
Маркус, залезай. Там какой-то выбор был, но я не понял ничего. Так, пойдем. А дронов... А, ну, у дронов, наверное, камеры нет или как? Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Вас заметят. Так. Сюда, да? Слишком далеко. Ага. Поехали. Ай-яй-яй-яй. Есть такое? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Пойдет. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки. Так. Взять. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Схватите спрятаться давай. Бегом! Джон! Мне нужна помощь. Джон! Удерживать. Сперва дрон, теперь это. Вот не везет. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. А ничего, мы его отпустили, он просто ушел или что? Не понимаю. Осмотреть большой ящик. Какой? Ага, вижу. Так. Угу. Что
Что тут у нас? Так. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Освободить, конечно. Могли бы с нами. Больше не унести. Идем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Да не, берем с собой. Надо взять. Че, мы их зря, что ли? Я знаю, где можно найти еще запчасти. В смысле? Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать, мы не можем. Взять ключ. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Да давай попробуем. Тара-та-тара-тара. Открыть. Пойдем. Надеюсь, там никого нет. Ага. Опять лают. Задолбали уже эти собаки. Я нашел ключ. Опять фронт идет. Да, я-то обещал этим с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все в 4-й зоне? Тут нету ничего. Похоже на то. Должен вот-вот вернуться. Да уж, патрулей сейчас не весело. Че, еще есть варианты какие? Вырубить электричество? Прикольно. Это что? Отвертка? Замкнуть? А что замкнуть? А, давай. Чё бы и нет. Так. Да. Чёрт, что происходит? Не попасться на глаза. Тихо. Правда,
Они туда пойдут проверять, да? Украсть. Так. Это нам на окно намекают? Сбежать. Выйти. Уходи. Мы знаем, ты здесь. Да, все, я уже свалил. Сюда же мне надо, да? Получилось? Конечно. Класс. Забраться в грузовик. Сесть внутрь. Скорей, влезайте. Вставить ключ. Выехать из доков. Блин, ну вроде все удалось. Я надеюсь, ничего сейчас не случится под конец. Они сюда и не смотрят, они там. Думает, кто к ним пробрался, да? Ладно. Все получилось, по-моему. Я надеюсь. Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Биокомпонентов хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Почитаемый, ничего себе. Норд-друг. Я шел сюда, потому что тут андроиды свободны. Саймон-друг. Свободны жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободны тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем, мы живые. И мы свободны. Какая речь? Маркус угнал грузовик с запчастями. О, я что-то мог по-другому, да, сделать. Ну ладно, хорошо. Эдем клуб. А, это мы, видимо, поехали на выяснение обстоятельств убийства. Мне череп как будто сверло бурает. Жуткое похмелье, да, Хэнк? Это точно здесь. Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Пойдем? Ну пойдем уже в следующей серии. Господи. А на эту будет достаточно. Что же, оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи, друзья.